18 августа 2023 года в городе Светом на улице Калиградского, в районе дома номер 22. Водитель автомобиля Renault Duster при проезде регулированного перекрестка на разрешающий сигнал светофора при повороте налево не уступил дорогу транспортному средству Шкода, двигающемуся в прямом направлении, в результате чего допустил с ним столкновение. Пассажир автомобиля Renault получил телесные повреждения и была доставлена в СНТ. Уважаемые водители, госавтоинспекция напоминает, соблюдайте правила проезда перекрестка.